И снова здравствуйте! Для пошива детской футболки необходимо 4/5 метра ткани. Сколько можно пошить футболок из 48 метров ткани? Другими словами, нам надо выяснить, сколько групп по 4/5 метра можно сделать из 48 метров. То есть необходимо 48 метров разделить на группы по 4/5 и сказать, сколько групп образовалось. Каждая группа будет содержать столько метров, сколько необходимо для пошива одной футболки. Следовательно, если у меня будет 4/5 метра ткани, у меня будет одна детская футболка, а значит количество групп по 4/5 равно количеству футболок. Итак, мы помним, что разделить число на дробь – это то же самое, что и умножить число на дробь обратную данной. Таким образом, если у нас здесь 4/5, то нам надо 48 умножить на 5/4. Здесь у нас целое число умножается на дробь, а мы знаем, что любое целое число мы можем записать в виде дроби. Значит, получаем 48 первых умножить на 5/4. На данном этапе решения мы могли бы перемножить числители и знаменатели, и в результате мы бы получили большое число, которое надо будет еще разделить на 4, поэтому нам лучше сразу разделить на 4. Мы можем разделить числитель и знаменатель на 4. Или мы можем записать так, 48 умножить на 5 и делить на 4. А теперь давайте разделим на 4. 48 разделить на 4 – это 12. И если мы делим числитель на какое-то число, то необходимо и знаменатель разделить на то же самое число. Значит, в знаменателе получаем 4 разделить на 4 – это 1. Следовательно, 12 умножить на 5 – это 60. 12 умножить на 5 и разделить на 1 – это 60 первых, то есть 60. Таким образом, из 48 метров ткани можно пошить 60 детских футболок, если для пошива одной футболки необходимо 4/5 метра ткани. Вот и все. До встречи на следующем уроке.